Ребята, всем привет! Смотрите, сегодня расскажу о такой раздаче, где можно будет за буквально там 2 минуты, там даже, наверное, меньше, там, наверное, за 10 секунд, за простейшую регистрацию, проект раздает своих 200 монет. 200 монет по курсу ориентировочному на листинге, как они пишут, каждая монета будет стоить около доллара. То есть, по сути, за регистрацию обычную даже не надо выполнять никакие там в социалках какие-то задания. Просто за регистрацию вам начисляют 200 монет, которые стоят примерно 200 долларов по цене на листинге, как они сообщают. Смотрите, проект это такой, они хотят запустить что-то типа AliExpress, такой marketplace, который будет торговать, как они пишут, со скидками до 70%. То есть они собрались сделать такой глобальный маркет, который будет продавать с минимальными ценами, и если у них все получится, я думаю, этот проект очень хорошо выстрелит, и может быть даже там не доллар будет, а в дальнейшем может там и 100 долларов, и 200, а может и 1000, потому что сейчас все, вы видите, что с такой ситуацией происходит, все начинают в онлайне больше закупаться, естественно, все ищут подешевле, потому что и курс растет, и, ну, как бы покупательская способность не обязательно вырастает у большинства людей, вы сами по себе уже поняли. Поэтому, ребята, давайте следим за данным проектом, переходим по ссылочке, сейчас расскажу, ссылочка будет под видео, простейшая регистрация. Переходите, попадаете на такую форму, здесь заполняете full name, пишите свое имя, email, дальше username, свой username, пишите пароль и все, регистр. Дальше вы попадаете на сайт, здесь вот так будет выглядеть сайт. Смотрите, здесь вам внизу будет начислено, написано там 200 монет FANAI, которые примерно будут стоить. Вот здесь они даже пишут, там все такое, там можете почитать. Вот в самом низу предположительная стоимость монеты на листинге будет примерно 1 доллар. Они их собираются на PancakeSwap выходить, Binance, Huobi и Coinbase. Ну и плюс децентрализованные биржи. Поэтому, ребята, а также, да, смотрите, вот они тоже тут пишут, что примерно доллар будет одна FANAI монетка стоить. Также, смотрите, копируйте ссылку на свою реферальную и приглашайте друзей. Здесь простая регистрация, простейшая. За каждого друга вам начисляют еще 100 FANAI. Ну и получается по их стоимости, по им утверждениям, это где-то будет около 100 долларов. Возможно, больше, возможно, меньше. Смотрите, возможно, этот проект вообще не выстрелит. Но абсолютно никаких вложений здесь не нужно. И смотрите, да, сразу вас предупреждаю, если в дальнейшем подобный этот проект или подобный будет там предлагать вам какие-то там деньги внести, какие-то монеты купить, я вам не советую это делать, потому что я рассказываю на своем канале именно о бесплатных раздачах и способах заработка именно для начинающих. В дальнейшем, когда вы заработаете уже на бесплатных раздачах там первые свои монеты, там деньги, там уже вы будете, соблюдая, смотрите, правило, основное правило, что никогда не вкладывать эти деньги, которые боитесь потерять, тогда вы уже будете использовать там риск-менеджер, другие там разные правила, я вас обучу этому все, тогда вы можете уже вкладывать свои деньги, рисковать, увеличивать свой пассивный доход и уже тогда наращивать свой там пассивный доход, именно инвест свое направление. Пока участвуйте в тех проектах, о которых я рассказываю на своем YouTube-канале и в моем Telegram-канале. Поэтому, кто еще не подписан на мой, ну, YouTube-канал, естественно, подписывайтесь сразу. Поставьте лайк, кому понравилось данное видео, и обязательно подпишитесь на мой Telegram-канал. Здесь очень много интересных проектов, на которых можно абсолютно бесплатно заработать. Поэтому, ребята, и не забываем конкурс. Все, кто активно участвует в жизни моего проекта, кто подписан на него, на YouTube-канал и Telegram-канал, кто ставит лайки и пишет комментарии, как только набирается 50 лайков, 50 комментариев под видео, я разыгрываю монеты, которые можно отправлять в стейк и зарабатывать уже пассивный доход. Монеты уже торгуются на бирже, поэтому их можно продать, купить сразу же и плюс получать пассивный доход. Ребята, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч.